Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить Столпы Вечности. И, в общем-то, в предыдущей серии мы остановились с вами на вот этом самом месте, зашатав кучку скелетов. Сейчас мы выдвигаемся вперед. Мне очень не хочется это делать. А придется. Что тут есть? Ничего. По крайней мере, пока. Видя. Обычно, когда вот такие вот круглые фигни, там что-то сныкано. А вот с этой стороны нельзя было посмотреть, да? Рунная гравировка на этом знакомом механизме, естественно, хорошо сохранились. Сам механизм остается неподвижным и безжизненным. Так посмотри, в каком он состоянии. Так, что-нибудь? Никакого секретика? Серьезно? Ну ладно. Уже вторая штука, которую мы не можем открыть. Как так? Причем, по-моему, у стойка было повышение. А, нет, у него не было повышения механики. У него не хватало, да? Когда мы левел получили. Или была. Если была, я сейчас себе такую подставу сделала. Потому что отмычка-то у нас хватает. Хватает же? Да. Так, хорошо. Вообще, мы можем, в принципе, попробовать подняться на поверхность. Сколько тут? 7 или 8, да? 7, самое маленькое. Сейчас сколько механики? Как раз. В крепости просто... Я вот не помню. Мы строили что-то, что добавляло бы нам бонус. Ой. К механике. По-моему, нет. Это печально. Механика. Ловкость. Вот, механика. А, нет, еще нет. Ну ладно. В принципе, мы будем знать, что в случае чего мы можем сюда спокойненько вернуться. Все сделать. Так, хорошо. Что вот тут? Здесь наверняка тоже будет подстава какая-нибудь. Поэтому... Something over there. Я вот знала же. Yes. Вот так вот сделай. Hey. Tell me. Hmm? How may I help? Иди прямо. Я. Так, я просто боюсь еще. Hey. Выдвигаться хоть как-нибудь. Так, меня уже заметили, поэтому сразу же. Так, ты оставайся тут. Это кто? Это Кана. Кана сюда. Huh? Все. Вот сюда. И сюда. Только не шевелитесь, yes. Я вас умоляю. Филофили. Так, ждем. Так, давай, Алот. Встречай. Тут еще чуть-чуть, понимаешь? А, черт его, перей это самое. Петелька вообще. Так, колосо. И он бьет, кстати, нас, слышь, вообще хам. Надо ему стрельнуть в попец. Может, его отпустят. Не знаю, в финалках это работает. Ну, вроде до него не доходит пользоваться этим самым. Как сказать. Магией. Не, наверное, это не помогает. Не помогает, к сожалению. Это было бы слишком просто. Столпом, пожалуйста, жахайте. Алот, приходи в себя, давай. Господи, несчастный Кана опять его штырит. Сколдуй что-нибудь, не знаю, вот. Сюда подойди. Давай. Не матерись. О, двойным залпом просто. Их аж ошеломило, смотри, они в шоке просто. Происходящего. Так, Поледжина, может, ты вот как-нибудь сюда выползешь? И вот иди того убивать. Свинюха сюда. Нет, свинюха даже вот сюда. А Кана вот сюда.
Молодец, еще разок давай, залпом. Саня! Саня, помогай! Можно даже... так. Выпила? Выпила. Так. Дайте как-нибудь вот так, чтобы задело, но... близко не подходи. Сработала ловушка? Там еще ловушка была где-то. Отлично, хоть не сильно задело. Может, Рой, кстати, вызовем? Я чуть ни разу его не вызывала. По-моему, пора. Ну, ничего тогда, что-то делает. Свинью убили, твари. Так, Алот. Они хотят умирать, меня это напрягает. Поэтому мы сделаем это следующим образом. Хана, сделай что-нибудь крупное. Так, все теперь на нашей стороне. Почти все. Не знаю даже. Сейчас они станут врагами опять. А хотя тут уже и нету никого. Так, давай вот так. А Дэджин что-то шатает. Так, а ты куда? Все нормально. Показалось. Так, давай, дар. Дар, обей. И он не умер после этого. Замечательно. Здесь тебе не нужно будет подходить слишком близко. Конечно, нужно будет. И ты затупила. Естественно, господи, ты же не можешь... Ах, как мне это бесит иногда. Так, надо лечить. Хотя бы здесь. Так, ну давай. Ну выпей, ладно. Ты же выносливость, да? Пей. Что делать-то? Аледжина. Она же выпила! Была анимация, я же видела ее на упреждение, что ли, ударили? Блин, уроды. Ну как вообще? Как? Так. Еще и лота грохнули. Сволочи, вас слишком много на меня. Еще такие пространства неудобные. Узкие. Ну и я еще криворукая до кучи. Бьем все одну вот эту рожу кривую. Так, ладно, сколько здесь еще осталось ловушек, мне интересно. О май гад. Опять эта фраза дебильная. Так, хорошо. Здесь уже одна ловушка сработала. Может быть, нам повезет, а мы не встретим еще. Так, я их слышу, кстати. А, смотрите, здесь в обход. Мы могли попасть сюда, да, а сейчас мы попадем туда в обход. Правда, наступим еще на 20 тысяч ловушек перед этим. Сохраниться надо. Ой. Ну что? Только без ловушек. Только без рук. Ну, как бы так сказать... Как-нибудь вот так, я думаю. Хрюш сразу бежит далеко, ненадолго. Нет, не бежит. Бежит обратно, Хрюша. Я знала, что там будет какая-нибудь подстава. Ищи тебя настолько. Столпом. Просто сразу же всех. Так. Сконцентрировались. Можно даже вот так, я думаю. Кто стоит? Ага, вот. Давай вот так.
Ну, вроде неплохо так дали. Ты куда пошел вообще стоять здесь? Так, где она? Где женщины это несчастные? Так, эти держат, но они же не воины. Поэтому нужно им подмочь. Так. Маяк. Стойка, пожалуйста, подсоби. Мне нравится, что они тоже тормозят, не могут пройти. И так им и надо, Иродам. Не все же мне толпиться в узком проходе. Так, ну-ка. Вот игра умная. Она как-то знает, куда бы я хотела чуть-чуть переместить. Так вот. Так, я надеюсь, на своих-то я не попадаю. Нет, чуть-чуть, по-моему, попадаю, да? Отойди чуть-чуть оттуда, полежно. И вот вы все дружно пошли в огонь, идиоты. Отошли, отошли, отошли. Полежно, как самая умная. Вот, понимаете, да? Я им говорю, туда иди, а они идут сюда. Она, точнее. Тупая женщина. Так, хорошо. Тебе нужны мозги, чтобы быть something stronger. Вот, вот, вот тупая, я не могу. Стой на месте просто. Не шевелись. Потухни для начала. Просто стой и отдыхай, раз ничего не можешь больше. Так, заклятый враг. Ну, можно, конечно, наложить на кого-нибудь, но они все сейчас сдохнут, поэтому какой смысл? Я не понимаю, я когда отключаю эту хрень... Отключить автоматическую атаку. Они все равно атакуют. Когда галочки не было, помните, они не атаковали. Потом я ее включила... точнее, я ее не трогала вообще. Они начали атаковать. И она как-то сама там включилась. Короче, какая-то жопа с этими автоматическими атаками. Я не понимаю. Они как-то перестали нормально работать. Раньше отключишь, и все. Сейчас хрен вам. Так, ну слушайте, здесь должен быть секретик. Что вы мне рассказываете? Нету, что? Seriously? Так, не, мы пока туда не пойдем. Мы откроем дверь с этой стороны. A simple test. А, с этой стороны открыть нельзя, что ли? Ну, то есть... Что за фигня? I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. И вот в этом огромном гигантском зале нет ничего? Ни одного секретика? В чем смысл этого зала? Побыстрее пройти к тому, что стоит тут? Ну, как вариант. Потому что больше идти некуда по факту-то. Нету ничего, точно. Ладно. Сразу кастуй. Так. Фигач. Не могу. Так, Поледжина. Давай, сделай хоть что-нибудь. Кто из вас подойдет быстрее? Ты что-то больно резкий. Так, надо вот этого шатать. Он меня не радует. Так, вот этого или вот этого? Давай вот этого. Он что-то дерзкий какой-то. Столпом. Нет, вот этого. Нет, или вот этого. Не знаю, своих как-то задевает. Нет, напрягает. Так, давай вот этом. А вот этом. Ой, как добрался-то. Опять на Алота. Вот, вот за что вообще?
Причем, кстати, на него нацеливались. Прикольно. Умри. Просто изыди. Так. Сюда. Хрюша. Кана. Саня! А? Ты там что-то делать должна была на моей памяти. И промах, ты посмотри, скотин какая, а? Вот это подстава сейчас. Почему не могу? Очень странно сейчас это было. А, потому что я на своего пытаюсь. Так, Алот, ты что, живой, что ли, еще? Нет, а кто это? Алот? А, он падает, наверное. Нет, он не падает. А, нет, все, поняла. Все, все, я уже думала, что я с ума сошла, что ли. Так, вот ты мне не нравишься. Саня, сделай с ним что-нибудь, он меня бесит. Эдра прокинет его, гада. Все плохо. Давай. Есть. Так, мне кажется, стоит отгребать чуть-чуть назад. Главное, что... Ну, задели, конечно, что поделать. Кана держится, молодец. Палец же на троих держит. Это тоже неплохо. Вообще, конечно... Что ты там делаешь, женщина? Как ты тут... А, это Паледжина. Господи, какого хрена? Я же нажала. Мне вообще-то нужно отходить, потому что у меня на дальних атаках точность повышается. 41 сейчас сняло? Или мне показалось? Офигеть вообще. Включаем паралич. Нахрен их всех. Стоек, стоек, стоек. Что ж с тобой делать-то, милый мой? Ты же не успеешь кастануть ничего, да? Успей, пожалуйста. Успел. Молодцом. Отваливай. Не, все нормально. Эдар, какого хрена? Стоек. Стоек еще и... Да чтоб тебе, я ж тебе сказал... Вот что с ними происходит? Я вроде выбрала стойка, но почему-то... Даже несмотря на то, что... не могу, бесит такие моменты меня. Я понимаю, что иногда, может быть, я что-то не замечаю, но иногда, когда я вот прям четко кликаю, я понимаю, что стойк сейчас был злой, поэтому он не кликнулся. Но мог бы хотя бы Эдер убраться, я не знаю, что за дебильная система. Бесить не могу. Пошел вон от меня. Уйди. Уйди, мерзкий, уйди, противный. Так, вас там отпустила, нет? Точнее, тебя. Отпустила, хорошо. Правда, нам не сильно поможет. Хрюша держится просто вообще молодцом. Сейчас она, правда, я вот сказала, и она сдохнет после этого. Я вангую просто. Ты там когда помрешь-то уже, я не пойму. А зачем мне вот таким... Где мой столб? Столпа нету, это печально. Что-то я в последнее время как-то вообще неправильно играю, да? Вообще фу. Давай вот этого. Ой, зря это сделала. Ой, я зря это сделала. Включай, короче. Режим домика. Режим домика, я сказала, стоек. Успел. Успел, деточка моя, хорошо. Успел, родимый. Подключай мегазащиту. Ты стреляй. Кана стоит и, смотрю, отдыхает. В какой-то веке начинает работать отключение. О, как видели, пронзило. Выглядело, конечно, так. Свинюха, давай. Стоик такой, он как бы есть, но его как бы нет. Все, блин, что-то как-то... Неудобные такие места для боя, плюс я еще туплю что-то как-то по-особенному сильно. Так,
Как-то ритм как будто Nice and quiet. по это самое потеряла. Так, мне кажется, пора отдыхать. Или пройти сейчас чуть-чуть вперед. А если сейчас на ловушку наступим, здоровье снимет, и все, и сразу сдохнет стойка, все, у нас не будет священника, придется ее нанимать, и задание мы не завершим, и все будет неправильно. Нет. На здоровье экономить нельзя. Май. Дай бог мне прямо рокости после этого отдыха. После этого глотка мятного чая. Мята, она успокаивает, может быть. Это nice как-то and quiet. Благотворно повлияет. На меня в этой серии и во всех остальных. Деньги! Деньги, почему деньги? Неясно. Не вступите в партию, я вас умоляю. Что-то длинный коридор, который ведет в какой-то мегазал. Я не хочу зайти. Подгрузилась сейчас, только что видели, да? Аж замерли персонажи. Хорошо, сколько у вас тут таких уродов? Вот их двое, а потом под... надо скрытность качать, короче. Саня у нас будет поэтому специализироваться. Я? Ты. Кто же еще-то? Так, насколько близко я могу подойти? Какой-то... Ой, юперный стоять. Подожди, кто это? А, это тоже Фамир. Так, ну, как минимум пятеро. Отгребаем совсем-совсем назад. Совсем назад отгребаем. Филофили. Включаем вот эту ш... Я сказала... Вот видите, хоть ты как не крути, а все равно какая-то жопа происходит. Чтобы они тут все поскользнулись, блин. Спотыкнулись и сдохли. Так. Саня! Саня, включай скоробей. Этот упал, кстати. Вспоминается поскальзывание из Divinity Original Sin. Так, сразу огнем. Я не знаю, нормально будет то, что мы создали подскальзывающую поверхность, а потом жахнули вот этой штукой. Так, сразу же маяк. Вообще безоговорочно. Как-то вот туда, наверное. Вот так вот даже. Так, фигакс, фигакс, эдер, сюда, ткана, бей лежачего, ибо нефиг. Я сказала кана. Точно все сделали как надо? Так, нет, давай подальше отойдем. А, я же к скоробейку хотела вызвать, черт. Давай. Как бог холод, давай еще. Как-нибудь вот... Нет, ну заденет же. Вот так вот. Не, ну конечно, все это здорово, но было бы классно еще больше, если бы можно было самостоятельно как-то вертеть ее. Что-то жесть какая-то творится. Куда они побежали-то? Они перепугались, что ли? Чего никуда не бегут? Свинья? Ага, ща, подбежать ты решил, конечно. Стой там, где стоишь вообще. Так, есть скоробей? Есть скоробей. Фигач, фигач всех вообще. Саня! Саня, стреляй! Стреляй в Фамира. Так, ты вызвал огонь? Ты вызвал огонь, и он неплохо жарит. И, правда, Эдер, он, по-моему, тоже цепляет, или мне кажется. Хотя, каким образом, вообще не должен. Выявление уязвимости, фигачим. Так. Так, вот что-то вот тут пытается прокрасться, мне это совершенно не нравится. Жесть вообще. Что происходит на экране? Так, Саня. Саня, стреляй туда. Ты же у нас дальний боец. Не знаю, фига мне горном души. Не знаю, есть ли... Нет, подожди, горн... Или вот так давай. Так, вот кто это побежал? Так она побежал, дебил! Он стоит прям в огне, да? Или мне кажется?
Они иногда реально творят что непонятно вообще. Фамира, бей. Стойк что-то расслабился, по-моему, я уже забыла про его существование. Надо вот сюда, мне кажется, жахнуть, чтобы этих еще зацепило. Алот. Ух ты, нифига. Как-то возрос, по-моему, радиус. Чуть он вдруг. А, за счет силы и что-то там, потому что у нас этот маяк. Да? Или что-то там. Неважно. Так, скоробей фигач. Ты там еще живой? Ты так стоишь прямо около огня? Нет, напрягает. По этому огню вообще не очень понятно, где он начинается, где он заканчивается. То есть вот мог бы подойти теоретически поближе, но боишься, потому что, ну, мало ли. Давай вот так. Как ты можешь помочь? Стреляй! Все, минус. Давай, вперед. Скоробеюшка. Ты же не просунешься там совсем, да? И свинюх не оббежит. О, нет, 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 выходи. О, а можно же выманить. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, Ирод. Иди сюда, давай. Скоробей тебя встретит. Что это сейчас было такое? Мне понравилось. Огонь потух в какой-то веке. Так, вы там что-нибудь делаете? Просто некоторые атакуют автоматически, некоторые нет. Если это от решительности зависит, то какого хрена они вообще в принципе это делают, если у меня отключено это? Я просто не понимаю. Ну, вот тут, кстати, мы справились довольно неплохо, на мой взгляд. Я психанула, видать. Сидим поудобнее. Старое кресло. Плющ ты его только так. Нет, сперва по бокам пройдемся. Какой-то слишком большой зал. Он меня напрягает. Секреточка, может быть? Еще куда-то туда пройти можно. Че, с ума сошли? Вот эти огни, они мне очень напоминают Нокс. Прям... Я что-то в Нокс опять вспоминаю часто, да? Прямо играть так сразу хочется в него. Нокс! Пойти, что ли, свое же прохождение пересмотреть. Я иногда, кстати, это практикую очень редко, когда хочется в какую-нибудь игру. Но лениво ее там устанавливать, что-то с ней делать. Я включаю прохождение свое. Но смотрю недолго, потому что я не могу себя слушать. Изысканно украшены каменные гробы и отделены адры, покрыты драгоценностями камнем полусферу. В центре крышки окружают необычные руны. Но не могу смотреть не потому, что там не нравится. Потому что если тебе не нравится то, что ты делаешь, то это плохой знак. Просто, знаете, это когда стандартное. Вот не можешь слушать то, что сам когда-то записал. И... А, нет, и выключить это. Хотя я помню, как-то было так, что я включила протестить Skyrim, что-то там, какую-то серию. И что-то оно у меня так на фоне осталось. Я такая думаю, блин, как я интересно разговариваю. Никогда я себя такого не ожидала. То есть вот такие тоже дела бывают. Сам себя не похвалишь, что называется. Так, я буду, пожалуй... Буду, пожалуй, что? Не бей, вот этого он ближе стоит. И ты тоже. Хрюша вот этого. И Кана, кстати, тоже вот этого, потому что он что-то подошел близковато. Не, Хрюша даже вот этого будет. Так, Хрюша, отвлекай. Довольный такой. Так, Хрюша, куда ты понесся, дебил? Вот что он делает? Вот просто что он делает? Куда он пошел? Он заклинашку, которую я ему сказала сделать, он ее сделал. Куда он пошел? Зачем он это делает? Алот, ты меня иногда так расстраиваешь. Я тебе любовью ее люблю бесконечно и конечно. Но иногда мне хочется тебя огреть прям по голове очень больно. Так, столпом можешь жахнуть. Них они там так хорошо стоят.
Столб. И что, это все? Чё так стрёмно-то? На моей памяти столб был поинтереснее. Ну ладно, чё. Давай, не знаю. Ну, отталкивающая печать, это как... Не знаю, попробую хоть понять, как она работает. А, вот что-то случилось, да. Ну, что-то как-то не особо я почувствовала эффект. Если честно. Так, вот тут мы вообще никак не пройдем, да? А хотя это Алот опять топчется. Как хорошо, что он не может пройти, блин. В какой-то веке повезло нам. Самостоятельный ты наш. Так, свинья мешает. Входим. Эдер принимает эстафету. Эти там топчутся, ну не доходит до них вот тут вот обойти, слава тебе, господи. Хоть что-то до них не доходит. Эй. Кстати, Кана, ты бы мог... Нет, ты еще не можешь, жаль. Полейджин, отойди чуть-чуть, ты прям порадуешь. Хотя нет, не отходи, бей его вот этим, потому что свинья, это все очень здорово. А свинью мы, кстати, сейчас сюда выгоним. Нет, не успели. Куда ты опять бежишь, Алот? Я тебя сейчас покараю просто анально. Стой на месте. Не знаю, что с ним не так. Может, это я что-то не понимаю, но... Сам факт. У меня отключена активная атака. Какого хрена он это делает? Просто почему? За что? Свинья, беги в обход. Не будь дурой. Это сейчас что такое было? А, до них тоже дошло. О, блин, здесь же сбоку есть проход. Чё мы тут-то топчемся? Саня, ты там что-нибудь делаешь? В общем, у меня такое ощущение, что ты стоишь и в носу ковыряешь. А Лот еще покорили. Ранение. Заворожение на 7 секунд. 7,7. В кого бы мне выстрелить так, чтобы она умерла? Умерла? Еще нет. Вот теперь да. Вот в этого буду стрелять, он там мечется несчастный, просто ему так плохо там. Алло, давай, делай что-нибудь. Вот видите, они как бы стоят, по ним видно даже иконка. Атакуют, не атакуют. Все-таки вдвоем синхронно. Но блин, ну вот иногда... Так, как она? Что-то они такие живучие, слушайте. Вот прям стоят и стоят. Стоят и стоят. Еще сильно мы их зачаровали. Точнее, запараличили. Лечи, лечи, лечи. Успей, 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 успей. Отлично. Еще разок давай. Алло, ты на месте стоишь, я надеюсь? Это у тебя бывает. Я уже это понимаю. Вообще, конечно, надо бы стрелять в ту же цель, которую убьет. О, к тому же еще и этот умер замечательно. Все. Ладно, нормально. Если бы Алот, конечно, еще не бегал туда-сюда. Я не понимаю все-таки, что с ним происходит. Если вы мне писали в ранних сериях, простите, я еще не видела, потому что серии очень наперед записаны. Если кому-то интересно, сейчас у меня 12 августа. Ну, то есть вы понимаете, да, насколько вы... В будущем что произошло? Господи, я даже восстановиться, по-моему, не успела. А я не хочу туда подходить. Пошел он в жопу, пускай сам идет. Ау-ау-ау-ау-ау! Чё так вдогонку-то, слышь? Вот, отлично, подошел, потому что там впереди вполне возможно что-то стоит очень жирное и нехорошее. Все, стоим, отдыхаем. Что у тебя было? Ничего у тебя не было. Какой-то интересный зал. Как бы тут загадок никаких не было. Хотя... Почему нет? Сейчас только сохранимся. Водички попьем. Что-то... Пока я орала на Алло, тоже... Горло пересохло. Что это там такое? Так, подождите, а здесь есть секреточки? Какие-то... На нити они, я не знаю даже, на что похожи.
На какие-то алтари. Мини. Мини-алтари. Что там писали? А это еще гробы, оказывается. И забыла уже, что это гробы. Но они не похожи на гробы. Вот эти фигни, да. На этот, на саркофаги, на какие-то такие. Но вот, вот эти, они больше на какие-то мини-алтари похожи. Из Дивини-Дивинити, там, помню, были, чё, было что-то такое. Очень такое похожее. Слушайте, куда я иду вообще? Здесь как будто бы сейчас лестница будет. Или... или а, лестница. Здесь стенка тупо. А... И чё? Простите, а где выход отсюда? А, вот лестница. Так, подожди, мы пришли... А, вот же еще, да. Господи, испугалась уже. И здесь что-то... Ну-ка, 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 что это тут? Мы не дошли здесь что-то где-то. Ну, ладно, давайте, раз уж мы тут, сейчас посмотрим, что здесь, чтобы понять вообще, куда этот проход ведет. Там сундучок, кстати говоря. Мега-сундучок, который мы даже можем приходовать. Подозрительный зал, как бы мы сейчас не вызвали кого-нибудь путем залазания в этот сундук. Идиоты. Славный друг. Это как пила дружбы, да? Хорошо качество кардин. Так, давай-ка. Урон 20... О, 15. Координирование, точность при атаке. Так, так, так. Святая мощь. Я не помню, святая мощь. Чё это? Так, если вам интересно, вы смотрите. Ну, возьмем, конечно. Святая мощь, святая мощь, святая мощь. Даже нет. Святая мощь, это вот это? Да. Да что вы говорите? Кажется, я знаю, кто будет таскать этот арбалет. Так, где он там был? Прости, стоик. Правда, здесь повреждения. 15. Может, Кхани? Ну, блин, он неплохо держит строй, на самом деле, за счет своего мега-мега отклонения. Почти так же хорошо, как Эдер, но почти. Я же не буду ему давать арбалет, что я совсем с ума сошла. Ну, отклонение нехило падает. Не, нахрен это дело. Кому же из вас-то дать-то тогда эту хреньку? Святая мощь, она постоянно будет работать за счет... А нет, не постоянно. Ее же надо как вот там лечилку, только святая мощь. Давай вот так сделаем. Пошел вон отсюда. Разницы... А, вот вижу. Ну, естественно, так получше. Но здесь была еще ледяная плеть. Противодействие. Ну ладно, пускай с арбалетом ходит. Черт бы ж с ним. И мы так долго сюда перли ради арбалета. Что-нибудь еще-то есть? Flame and sound. We'll keep to ourselves. Ничего, по ходу дела. Ну, значит, вот там, в том проходике... Будет уже лестничка. Но я иного объяснения не вижу. Тем более на нормальном таком расстоянии. Между друг другом. Так только не вступите опять куда-нибудь по своей любимой привычке. Так, здесь мы не пройдем. Обход. В такой мега-обход просто. Так, точно тут ничего нет? Не хочу профукать. Потом здесь ползать на коленях. За кадром где-нибудь тоже как-то не улыбается. Хочется сразу все найти. Ля-ля-ля. А вот тут ничего нет? Ну, облом вообще. Меня это не устраивает. Так, давайте-ка, знаете что? Вот так вот перестроимся.
Это вы меня напрягаете своим маршрутом. Это было близко. Они даже по прямой не умеют ходить, ты понимаешь? How may I help? Ну и нафиг вообще. I'm ready. Following your lead. What? Ну, задницу. Все отлично. Hey. Самое страшное миновало. Может, вот таким рядом пока походить? Хотя он тоже кривой. А, мы же еще вот здесь вот не пообщались с товарищами. Как раз наш строй здесь самое... Но... Нет, подожди, сейчас мы его проверим. Жалко Саню со свиньей поменять местами нельзя. Мне как-то так становится не очень. Так, ну ладно. Сохранимся на всякий случай. Потому что разговоры разговаривать, я думаю, нам не дадут слишком долго. И, кстати, надо стойку подлечить на всякий случай. Или рискнуть. Не, я конечно, люблю рисковать, но не настолько. Я даже сейчас не буду заморачиваться на это течение. Yes. Все, я думаю... Хотя нет, давайте по полной. Неизвестно, что к нам прилетит вообще. Так там какие-то непонятные люди. Они не нападают. Почему? Черт, я надеюсь, сейчас не будет опять лагов. О, это хозяин глубин, что ли? Фамир. В центре этой массивной адровой конструкции, под длинной тенью загнутых пальцев титана, сидит что-то, что кажется человеком. В отличие от раболепствующих звероподобных существ, с которыми вы столкнулись на этом этаже, этот человек выглядит царственно, развалившись на старом каменном троне. Не, не похож на... Слишком просто на нас там... Не верю, короче. Тем не менее, взгляд его остается колючим, лихорадочным. Он пристально наблюдает, как вы приближаетесь. Это ты, что ли? Одна из этих? Странно, что ты выжила при разработке плана. Вы замечаете, что он бегло говорит на ингвитанском, хотя его голос напряжен от усталости. Должно быть, им это дается нелегко. Этим нищим, этим трусам. Но и ты не пройдешь дальше, нет. Можешь сразу возвращаться к своим хозяевам. Пусть попируют тобой или попируют, не знаю. А, попируют, господи, это же это бывает. Попируют, пожрут, короче, тебя. Понятия не имею, о чем ты, я не хочу. Понятия не имею о чем-то. А, ты его понимаешь? Расспроси у него обо всем. Какая возможность? Мужчина выглядит удивленным. Он издает короткий смешок. Ты понимаешь? Смотрите-ка. Теперь даже иностранцы говорят на нашем языке. Воистину мы бессмертны. Он снова смеется. Но так все становится еще яснее. Ты должна быть с ними. Почему они оставили тебя целой? Ты удивительно хорошо сохранилась. Его глаза сужаются. Попытайся пройти, и твой визг утонет в пустоте, марионетка. А ты ингвитанец, почему ты еще жив? О, нет. Мы не делимся информацией с врагами. Иди и спроси других. Может, они вспомнят, кто поддерживал нас все эти годы. А кто ты? Господин и владыка этого места, он стучит костяшками пальцев по трону. Я должен задать тебе тот же вопрос. По всем правилам ты не должна пройти. Но наш великий отец давно ушел. Возможно, он не будет против. А если ты говоришь о существах в этих залах, я уже... Нет, не стоит этого говорить. Мне нужно добраться до нижних этажей. Нет. Нет, пока они живы. Человек наклоняется, вцепившись в свой трон. Эти несчастные, жалкие животные. Жадные дикари, все до единого. Думаю, некоторые из них начали поедать друг друга. Он фыркает. Нет, я не буду тратить адру на них. Не на них. Она моя. Кто заслуживает ее больше? Мне самому мало. Я не буду делиться, слышишь? Можете все сгнить. Отправляйтесь в загробную жизнь с опозданием на 2000 лет. Что ты там говорил про адру? Адра не пойдет тебе на пользу. Ты не сможешь использовать ее лучше, чем они. Только я помню обряды заклинания. Если бы они были умнее, возможно, они бы сами разобрались. Слишком поздно. Уже слишком поздно. Лучше прикончить этих пожирателей падали. Тогда я пропущу тебя и даже отвечу на твои дурацкие вопросики. Только избавь меня от этих паразитов.
Ладно. Не надо праздных обещаний. Сделай это для меня и иди куда хочешь. Я получу то, что мне нужно. А кого убить-то, я не пойму. Вот тех, которых мы уже всех убили? Сколько вас тут? О, охренеть вас тут. Охренеть вас тут, господа. А, я хочу сохраниться еще разок. После этого замечательнейшего разговора. Мы так стоим очень нехорошо. На самом деле, если нас атакуют, будет очень плохо. Вот, господи. Ну ладно, норм. Ну, человек обращается к вам с нетерпением. Дело сделано. Я слышала шум. Готово. Хорошо. Очень хорошо. Он подносит руку к рту, сдвинув брови и смеется. Да, теперь это все мое. Нет больше их криков. Нет необходимости в бессмысленных демонстрациях силы. Тогда действуй. Спускайся глубже, если хочешь. Если жуки не прикончат тебя сразу. Сначала хочу кое-что спросить. Нет, подожди, жуки? Жадные мелкие черти. Из-за них весь этот беспорядок. Ты легко можешь убить одного, но огромные их рои в это время вгрызаются в Адру. Мою Адру. Сейчас нам там только рука. В любом случае, они разорвут тебя на части так же легко, как делают кристаллы. Он делает паузу. Даже легче. Так, ладно. Сначала я хочу кое-что спросить у тебя. Да, да, я же сказал, что ты сможешь получить некоторые ответы. Что тебя интересует? Еще раз, кто ты? Ты хотела узнать имя? Я забыл их... Их? Ну ладно, их имена, видимо. Давным-давно. Кто будет звать меня по имени здесь, внизу? Вот я. Теперь вот... Вот я, теперь вот ты. Это все, что имеет значение. Мне поручили провести кое-какие испытания здесь. Он постукивает по виску. Прежде всего, помню о возрасте. Никто не мог соперничать со мной в тайном искусстве спасения от Ноа. Он делает паузу. И, возможно, некоторых его советников. Что это за место? О, много всего. Наш дом. Когда-то. А раньше место великих дел. Он посмеивается. Эти грязные залы когда-то были местом невероятных открытий. Нам выделили большую часть этого этажа. Работы велись без перерыва. Он показывает в сторону адровой руки. Вся наша работа, разумеется, была для Орнуа. Он смеется. Подумай об этом. Десяток скульпторов тщательно обрабатывают ноготь. Души ринулись из своих оболочек на верхних и нижних этажах, и все это время Идра стрясся над кутикулой. Какими экспериментами вы занимались? Мы были озабочены вопросами души, потому что это волновало Орнуа. Мы трудились здесь, чтобы найти грань между жизнью и смертью и открыть ее пошире. Мы пытались найти способ привязать души к их смертным сосудам, не давая им пересечь завесу. Я говорю, пытались. Мы нашли его, конечно. Десятки умов, настроенных на достижение цели. Как могло у нас не получиться? Чего мы только не узнали. Славное было время. Мы смогли точно определить способ, которым ломается и разрушается душа. Могли осторожно поместить кусочек из одной в другую. Он улыбается воспоминаниям. Пока наши собратья тратили силы на такие явления, как блайты, мы погрузились в самую суть. Конечно, в наших знаниях были определенные пробелы. Я был, пожалуй, энтузиастом своего дела. Я думал, что если кто-то и должен попробовать более индивидуальный подход к испытаниям, то это я. Но никакая уверенность не сделает вкуснее чашу с ядом. Смерть — это последнее испытание, ты знаешь. Если душа улетает, ты знаешь, что проиграл. Он посмеивается. Так, да, кстати, я тоже подумала. Твоя работа похожа на анимацию. Что это? Мужчина пожимает плечами. Наверное, другие следуют за нами. У меня не было возможности следить за развитием магической науки. Он тонко улыбается. А как вам удалось оставаться в живых все это время? Серьезный вопрос. Как оказалось, связать душу с телом совсем несложно. Мы были уверены, что нашли своего рода бессмертие. Тело может пострадать так, что его нельзя будет восстановить, но все остальное может жить. Мне очень хотелось попробовать. В тот момент у меня дико болела нога. Старая рана с войны. Я услышал, как один подопытный описывал чувство отстраненности от боли. Они чувствовали ее, но для них это было неважно. Что было огромным шагом. Я помню первый момент. «Облегчение», — он вздыхает. «Но мы обнаружили, что через некоторое время тело вспоминает, что оно на самом деле мертво. Нельзя описать, на что это похоже. Видеть, как гниют собственные пальцы», — он делает гримасу. «И этот запах».
Мы пытались возродить пострадавших подопытных с помощью энергии, взятой у их товарищей, и получалось достаточно хорошо. Я смог доработать заклинание, поддерживать себя и остальных, которые присоединились ко мне крепкими, как никогда. Удноа не обрадовало то, что мы отвлеклись, но оказалось, что это не имеет значения. Толпа пришла и убила его, и мы были замурованы здесь со всеми инструментами. Но у нас все еще была Адра, и достаточно пойманных душ, чтобы питаться столько, сколько мы захотим. Он усмехается. Вот это были времена. Мы могли поддерживать сохранность мебели на протяжении многих лет. Мы проводили маленькие собрания в большом зале. Какой милой семейкой мы были. Его улыбка исчезает, пока все это не закончилось. Что ж случилось? Здесь? Ты имеешь в виду с ними? Адра? Все это? Это долгая история, и мое терпение ограничено. Я скажу тебе, что случилось за последнее время. Адровые жуки. Не думаю, что это было что-то маленькое, обычное. Они пришли роем с нижних уровней и начали питаться живой адрой. Я думал, адровые жуки питаются только мертвой адрой. Именно так. Они никогда не беспокоили нас раньше. Тем не менее, это произошло. Разумеется, мы пытались бороться с ними, но это было невозможно. Убей одного, и на его месте появятся еще два. Должно быть, что-то привело сюда. Их сюда. И я не знаю, что это было. Они почти ампутировали нашу адровую конечность. Недостаточно, чтобы поддерживать всех нас вместе с комнатами, гобеленами и всем остальным. Но достаточно для меня. Никто больше не знал нужных заклинаний. Их участие заключалось в том, чтобы лежать в своих адровых гробах и ожидать воскрешения. Мной. Таким образом, выбор был очевиден, не так ли? Не более того. Ничего личного. Я поклялся сжечь их всех, если они подойдут ближе. К счастью, благодаря тебе этого не потребовалось. Как ты мог поступить так со своими товарищами? Ты мягкосердечна, учитывая, что это ты положила конец их бессмертию. Они не были чьими-то друзьями. Они бы высосали мозг из твоего проломленного черепа, если бы смогли. Там было недостаточно жизни. В этом-то все и дело. А 2000 лет более чем достаточно, чтобы познакомиться с кем-то. Подумай об этом с другой стороны. Ты послала их своей дорогой, и они снова будут жить во времени. Разве это не прекрасно? Хорошо. Что ты можешь рассказать об Однуа? Наш великий господин, мудрый человек в свое время, пока его сын не погиб. Несчастный случай. Небольшой несчастный поворот судьбы. Ты видела опечатанные залы. Тебе уже должно быть известно, что Однуа не слишком хорошо это воспринял. Он посмеивается. Этот памятник его горю пережил его самого. Но его безумие давало возможность. Вероятность бессмертия для всех нас, даже если оно было найдено по приказу скорбящего отца. Какое оно имело значение? У него было ценное стадо покорных слуг. Но мы должны были найти нужную душу, чтобы вернуть ее, где бы она ни была, и поместить ее в подходящий сосуд. Он указывает на статую. За такие открытия приходится платить. Такую цену, которую простой люд никогда не поймет. Хорошо, я ищу хозяина в глубинах. Ты знаешь, кто это? Никто из нас не принимал столь почетные титулы. Единственным хозяином здесь мог быть Однуа, наш король. Наш бедный, обезумевший от горя король. Он смеется. Интересно, стал бы он себя так называть? Однуа мертв. Толпа бы не отступила, не убив его. Он останавливается на мгновение. Но тогда, если мы смогли сохранить себя вопреки смерти, возможно, смог и он. Я уверен, что рассматривал такую возможность однажды, когда все стало рушиться. Если бы кто-то и решил продлить свое существование, то это был бы он. Интересно, может, это он изгнал адровых жуков наверх? Его лицо искажается гневом. Кто украл наш источник адры? Неужели этот слезливый глупец еще не оплакал своего сына, так что возмущается тем, что мы кормимся от его статуи? Возможность. Он бросает на вас неожиданно спокойный взгляд. После всего, что произошло, это не удивило бы меня. Ты пытал людей, ты не заслуживаешь смерти. Я не знаю, я не хочу сейчас на него нападать, он меня жахнет. Я его лучше потом как-нибудь убью, если уж подумаю. Хотя, на самом деле, не знаю, в древности, 2000 лет назад, кто знает, какие вещи были нормы, какие нет. У меня больше нет вопросов. Очень хорошо, должен сказать, хорошо размять голосовые связки. Я пошла. Передай привет мертвым, когда встретишься с ними. Мужчина мрачно смеется. Я бы не сказала, что он плохой, он вроде как бы нормальный, честно ответил на наши вопросы. Но они тут все как бы изучали то, что они изучали, в общем-то, да? Адру делали здесь эти статуи.
И как бы, не знаю, тогда это было все нормой, и в принципе я могу его понять, естественно. Но, конечно, по нынешним меркам, возможно, имело бы смысл его убить, но я почему-то не хочу его убивать. Не знаю, ну сидит и сидит, может, мне не мешает. Вот полезет наверх, убью, ибо нефиг. Хотя, вполне возможно, он так и сделает, потому что теперь-то ходы открыты. Кто знает, может, он захочет жить на свету. С другой стороны, там нет Адры, поэтому хрен он туда вылезет. В общем, как-то так будет моим личным стражем, а я тут буду хранить сокровища, он будет их оберегать, как дракон. Сидим, сидеть на них. В общем, давайте здесь остановимся, в следующей серии пойдем Хорошо. дальше. Где тут вообще что? Толстые ржаво-красные вены мертвой Адры червями извиваются по кисти статуи, уходит в темноту за ней. Так, а тут больше вообще некуда, да? Ну да, здесь тупо конец. И, наверное, все-таки лесенка вот тут. Здесь, на как бы он мне помешал пройти, если он сидит тут, а я вот могу, наверное, спуститься по лестнице здесь. Я что-то не понимаю. Вот, кстати, и жуки. А, нет, а как туда попасть? Так, подожди-ка, ну-ка. Поясните мне, я что-то не вкуриваю. Там где-то проход, я его не вижу тупо. А, для дебила уже мостик. Все, теперь понятно. В общем, теперь мы точно остановимся, потому что это было долго. И следующая серия должна быть довольно интересной, потому что мы приближаемся. Зачистим, я думаю, следующий уровень, отдохнем. Ну, как я уже сказала, потратим все и вся. А потом вернемся сюда. Ну, точнее, я за кадром, наверное, вернусь. Поднимусь, там полечусь, закуплюсь. Тем более, что торговая лавка к тому времени, я думаю, уже подчинится. Ой, подчинится, построится. В общем, как-то так. Надеюсь, что вам было интересно за всем этим делом наблюдать. Мужик прям порадовал. Прям много интересного рассказал. Вьюит. И, в общем-то, если вам понравилось, обязательно поддержите видео и канал лайком. Подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. И до встречи в следующей серии. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.